Исцеление 10 прокаженных. При входе в одно селение Иисуса Христа встретили 10 человек прокаженных. 9 из них были иудеи, а один самарянин. Общее горе соединило их вместе. Прокаженным запрещалось близко подходить к людям, потому что болезнь их была заразительна. Потому, остановившись вдали, они громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас». Иисус Христос сказал им: «Пойдите и покажите священникам». Священники не осматривали тех, которые выздоровели от проказы, и давали им свидетельство на право жительства в городах и селениях. Прокаженные пошли к священникам, и когда шли по дороге, очистились от проказы, то есть исцелились, стали здоровыми. Один из них, видя, что он исцелен, возвратился к Иисусу Христу, громким голосом прославляя Бога, и, падши к ногам Христа, благодарил его. Это был самарянин, иудеи же остались неблагодарными. Тогда Иисус Христос сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Почему они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?» Потом, обратившись к благодарившему самарянину, сказал: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Из этого видно, что мы всегда должны быть благодарными Богу за все его милости, которые он нам посылает.